Очередной жертвой мошенников стал житель Энгельса. Он был обманут по распространенной схеме, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, убеждают в том, что кто-то незаконно пытается оформить кредит на имя гражданина. И чтобы якобы обезопасить себя, нужно срочно взять кредит на аналогичную сумму и перевести деньги на некий безопасный счет или ячейку. Молодой человек в течение нескольких дней подвергался психологической обработке мошенников и, будучи уверенным, что общается с настоящими специалистами, взял кредиты на общую сумму в 1 миллион 150 тысяч рублей, обналичил и перевел. Думал, что деньги в резервной ячейке, а оказалось на счетах аферистов. Позвонили 28-го в 3 часа дня и представились сотрудникам банка и начали говорить то, что якобы мошенники пытаются перевести с моего счета. Ну, взять, точнее, кредит на сумму 500 тысяч. А почему ты поверил, вот когда тебе позвонили, что это действительно из банка? Мне пришла смс-ка. Когда со мной девушка созвонилась, мне пришла смс с кодом подтверждения, не то, что это мой номер телефона в личном кабинете. А она когда с тобой разговаривала, имя твое называла, фамилию? Ну, фамилию, имя назвала, да. Мое. Тебе показалось, что это действительно звонят из банка? Да. И потом меня перевели на якобы центральный банк. Вот, и со мной безопасник центрального банка общался. Он говорил то, что для отмены всех операций нужно использовать кредитный лимит весь полностью. Ну вот, я начал вносить деньги. Получил сумму больше 1 миллион. Да, они сказали, что все эти деньги уйдут в погашение, да. В безопасную ячейку? В безопасную ячейку, да, и все ваши долги спишутся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Полиция предупреждает, что сотрудники банков и тем более представители правоохранительных органов никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия или перевести деньги на якобы безопасный счет. Если вам поступил подобный звонок, просто положите трубку. По всем фактам мошенничества сообщайте в полицию по телефону 02 с мобильного 102.